отчисляйте конкурентки. Двушка на окраине Челябинска перешла их общему внуку. Мать ребенка умерла 2 года назад. Отец ушел еще раньше. Так что единственный опекун и любимая бабушка должна была стать полноправной домовладелицей. Сын отставить, как она любила, не выдела бы ее. Она была здесь жена, она имела полное право. Теперь 9-летний ребенок, скорее всего, окажется в детском доме. Кроме бабушек, других родственников у него не было. В итоге одну задушил наемный убийца, вторая 11 лет проведет в колонии. На ближайшие 16 лет квартирный вопрос решен и для киллера. Я посчитала, что именно столько при строгом режиме пойдет ему на пользу. Юрий Кузнецов, Александр Леоненко, экстренный вызов. На этом пока все. Еще больше информации о самых громких происшествиях на нашем сайте Абрамка.